Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Долги кировских налогоплательщиков почти 9 миллиардов рублей. Об этом в интервью газете «Бизнес-новости» рассказал глава УФНС по Кировской области Денис Смехов. И хотя эта сумма уменьшилась с начала года на 155 миллионов, она остается значительной, говорит Смехов. Это те средства, которые могли бы пойти на развитие экономики региона, на решение социальных проблем, содержания бюджетной сферы. Другими словами, дети и пенсионеры недополучили лекарств, санаторное лечение, места в детсадах, школах и поликлиниках, добавляет руководитель налоговой. Программа «Экономика». Кировчане стали в два раза больше обращаться в турфирмы. В Кировстате рассказали, что в первом полугодии этого года значительно вырос объем услуг, предоставляемых сферами, пострадавшими от коронавируса. Так, у турагентств и туроператоров он вырос в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. А если сравнивать июнь этого года с прошлым, то в 6,5 раз. В полтора раза больше в первом полугодии этого года стало отдыхающих в санаториях и посетителей в фитнес-центрах и тренажерных залах. На 36% больше оказано услуг в сфере культуры, на 34% бытовых услуг, на 20% транспортных. Также на 20% вырос оборот в сфере общественного питания. Экономика на 101 FM. А сейчас информация от наших партнеров. В регионе объявили прием заявок на финансирование и участие в выставочных мероприятиях, которые пройдут в 2021 году. Получить можно до 100 тысяч рублей. Рассчитывать на поддержку могут представители малого и среднего бизнеса, которые работают не менее одного года. Подать документы можно только в бумажном, не в электронном виде. Сделать это надо до 15 часов 17 августа в центре «Мой бизнес», расположенном на Динамовском проезде 4. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте moibusiness-43.rf. Все дополнительные вопросы по телефону 410-410, добавочный 702. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар упал на 3 копейки, стоит сейчас 73 рубля и 13 копеек. Евро стал дешевле на 19 копеек, он стоит 86,46. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.